Таким было 25 августа для некоторых автомобилистов. Это последствия ливня в районе 102-го квартала. Один автомобиль уже утонул, а остальные пытаются выбраться из водной ловушки, образовавшейся из-за отсутствия ливневой канализации. Кошмар просто, одним словом, если так разобраться. Ну, буквально уже час, уже больше еду час. Сегодня на этом месте уже практически готовая сливная система. Приступить к строительству удалось благодаря муниципально-частному партнерству. Предприниматели, чьи объекты расположены вдоль этого участка дороги, обратившись в мэрию, внесли свой взнос в благоустройство микрорайона. В этом году, значит, было принято решение, мы собрали совещание, значит, всех руководителей вот этих организаций, которые расположены здесь рядом с заказали проектно-сметную документацию, смета получилась 2 миллиона 370 тысяч. 2 миллиона 370 тысяч. На сегодняшний день заключены договора, определен подрядчик и начаты работы. Представители мэрии Улан-Удэ подчеркивают, на очереди еще несколько подобных объектов, и опыт совместного сотрудничества муниципалитета и предпринимателей показывает, благоустройство города может и должно быть взаимовыгодным. Намсарай Намсараев, Вячеслав Сюриченко, новости дня.